Около 150 миллиардов тенге поступлений ожидают фонд народу Казахстана. Об этом накануне заявил руководитель организации Булат Жамишев. Пока же крупные предприятия и бизнесмены перечислили порядка 19 миллиардов. По последним данным, еще 29 миллионов тенге поступило от рядовых казахстанцев. Вместе с тем, президент Токаев раскритиковал сбор однодневных зарплат с бюджетников в новый соцфонд. Президент назвал это совершенно ненужной инициативой. Глава государства считает, что фонду на регулярной основе должны помогать крупный бизнес и состоятельные даже по международным меркам граждане. На эти средства будет оказана помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, также нуждающимся в услугах здравоохранения, образования, соцзащиты и спорта. Сейчас разрабатывается портал, где население сможет оставлять свои заявки, а также разрабатывается механизм сотрудничества фонда с благотворительными организациями. Абсолютно неправильно игнорировать деятельность ныне функционирующих благотворительных организаций. У нас дальше большая сеть таких организаций. Их опыт, их знания по работе с нуждающимися в благотворительной помощи, он бесценен, и мы будем стараться его максимально использовать. Но деньги перечислять мы будем непосредственно получателям помощи. Деньги не будут поступать на счета каких-либо других благотворительных организаций, посредников.